17 лет на большом каретном, а где твои 17 бед на большом каретном? Песни, ставшие легендарными несколько десятилетий назад, исполняются и сегодня. Владимир Высоцкий для этих людей не просто большой артист. Он помогал нам прозревать и помогал знакомиться с реальностью. Казалось бы, всех знаешь наизусть, уже его читаешь 20 раз. И когда его читаешь внимательнее, в свете событий, которые произошли вот недавно совсем, текст играет совсем другими красками. Я думаю, что тексты его... Я не хочу применять слово «гениальный», но, по крайней мере, очень талантливый и злободневный в наше время тоже. С песнями кумира почитатели Высоцкого вырастили детей, теперь воспитывают внуков. Мне нравится песня Высоцкого, потому что он такой, ну, путешественник. Память о творчестве Владимира Семеновича в Самаре хранят скульптурная композиция, изготовленная другом поэта Михаилом Шемякиным, мемориальная доска на Дворце спорта, где прошел его первый концерт, есть памятная стела в сквере Высоцкого. В память о Высоцком проводится традиционная регата его имени.